have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки и Baldur's Gate 3. Итак, у нас сейчас два таких более-менее основных задания. Это, во-первых, пойти поискать все-таки главного друида, который ушел и которого типа захватили гоблины. А второе, это мне тут предложили порасспрашивать про его заместителя, который мы в прошлый раз видели. Она мне показалась крайне отвратительной личностью. Предлагаю сделать такую штуку. Я, наверное, сейчас нажму на паузу и побегаю здесь, посмотрю, что я могу сделать. Если будет какой-то интересный диалог, мы вернемся. Если я ничего не найду и будем уходить из лагеря, тогда уже начнем с этого момента. Все, поехали. Ладно, ребят, я пока... Ну, никто со мной особо говорить не хочет. Пойдемте мы сейчас туда в... К Девлару сходим. Или к Девлару. Я не помню, как его. Где ударение. Ладно. Что есть, то есть. Тильс. Вот, надо с ним побеседовать. Спасибо. For protecting the child. Да не за что, нет, ребенок на самом деле был. Then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Угу. Ты можешь как-то отсрочить обряд? Ну, удачи тебе, моя дело сторона. Так, ты можешь как-то отсрочить обряд? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Corga's influence. Да. Without her twisting things. Это точно. Корга очень... Почему бы от нее не избавиться? A low thought. But I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Corga, within striking distance. I can't manage that. But they've already let you pass once. Ее можно убить. Если бы не справлюсь. Так, а сколько тогда заплатить? Тут дело-то нет. Ну, в деньгах, конечно, да, но на самом деле нет. It doesn't sit well with me either. But to get these people to safety, there's nothing I won't do. You'd be well rewarded for the risk. But if that won't sway you, there's nothing more to discuss. Come on. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Не предлагает ее убить. Ну давайте на самом деле попробуем. Блин, я бы такой, чтобы вернуть главного друида. Что у нас по заданиям? Найти лекарство. Вот, мы выяснили, что главный друид является могучей целью по имени Халсин. Возможно, он сможет вынуть паразита. Нам нужно вернуть Халсина. Я думаю, давайте тогда... Ну, как бы я вижу пока что в этом два выхода. Или убить Коргу, что, в принципе, мне бы, наверное, подошло, но мы поссоримся с друидами, не то чтобы они прям такие приятные личности, но все же. Во-первых, а во-вторых, даже если мы потом спасем их командира, ну, у нас будет такой след насилия в этом лагере, чего бы мне, наверное, не хотелось. Сохранение у нас есть, давайте, наверное... Свалим пока что. А попробуем найти... Сейчас, по карте. Тут у нас найти Зору, поговорить с Зору. Тут у нас вернуться к Зевлару. Это то, что мы сейчас уже делали. А вот тут у нас выследить Карлах. А вот тут... мы поговорили с Шэдохарт Абель, которую так, дочь тьмы. Стой.
Спасти друида Халсин. Вот оно. Поиск. Спасти друида. А где оно у меня здесь? Спасти беженцев. Найти лекарство. Почему мне спасти друида? Вот, показать на карте. Мне получается туда. Поехали. И по пути можно будет позаходить в разные места. Так, нам же выйти вообще из лагеря надо, нам сюда. В смысле туда не попасть? Сюда же попасть. Нам же откроют дверь, я надеюсь. Отлично. Спасибо. I am enjoying our walks together. Aren't you? У нас же есть еще тут была парочка безумцев, которые сделали нас над собой главными. Так. Выследить Карлах. Давайте тогда в эту сторону сейчас пойдем. Нам относительно по пути. Я не уверен, что выслеживание Карлах это сейчас то, что нам нужно. Но все же, так, мы тут можем забраться, наверное. Хотя вот смотрите, тут есть пещера какая-то. Там они разговаривают, конечно. Вот тут стоп, 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 что? Кружка, не. А это гроб, это не лодка, извините. Это вот эти двое ребят, да. Давайте попробуем тогда выполнить их квест. Мы, у нас прошлая серия была вся разговорная. Я думаю, ничего не станется, то, что мы свалили из лагеря. Я, по крайней мере, на это надеюсь, что ничего не станется. Так, а ты у нас обнаружена мыслей. Ну, хорошо. Ну, да. Вход в пещеру. Поехали. Я надеюсь, гнездо Медвесыча. Гнездо Медвесыч, извините. Ладно. Так, а с вами что, поговорить что ли надо? Надо. Давай подберемся. Ого. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear. Медвесыч. Face looming out of the darkness. Давайте я ему мозг взломаю, можно? Дрессировка. Посмотреть. Выживание. Давай дрессировку сначала попробуем. Кстати, очень высокий класс сложности. Фу! Прошли, сейчас посмотрим. Повезло. The owlbear's one good eye flicks away for a moment. You follow its glance. На детей он что смотрит? Ну понятно, гнездо защищает. The owlbear stares, then sharply inhales your scent. It sits back, its eyes still fixed on you. A silent ultimatum. You can leave now, or step closer, and die. The beast's ahead. We need to get. А мы прям файтиться с ним будем? Ну, давайте попробуем, что ли, я не знаю. Я вот сохранился. The owlbear growls deep in its feathered chest.
You had your chance. Так, промазал. Ну что, будем пытаться стрелять по нему? Критически красиво. Интересно, сколько у него ходов. Да в смысле ты промахиваешься? А, так, па-па-па-па-па-па-па-пам. Чем бы можно бы... Станция атаки... А, нет, стой, ты уже походила, я думал... Тьфу ты. Так, 45, а можно огненный снаряд? Отлично. А ты не зажжешься там случайно? Мага отведем сейчас подальше. Если что, он нас потом хилить будет. Так, ребят. Промах, но 6 единиц уродной кислотой. Ты танковать будешь? Так. 65, давай. 11, красиво. Отходим в эту сторону. Нам бы на самом деле повернуть поле боя. Да, так будет попроще. 6. Завершаем. Давай огненный снаряд по нему. 50%. И гнись! Пригнись! Так, ладно. Как ты промахнулся по этой туше? 45. Давай опять... Стой. Что у нас есть? Громовая волна. Попробуем. Черт. Ну, я не знал, что он на такой рейндж имеет. Семь. Хрена себе, извиняюсь, что? Четырнадцать это типа насмерть? Так, отходи. У тебя не будет ходов, потому что... Потому что... Так. Потому что ты подыхаешь. А, стой. Я в инвентарь. У тебя зельку-то ложил какую-нибудь? Ладно, хоть одну да захаваем. Следующий. Па-па-па-па-па-пам. Да, поджигаем его. 25%. Помеха, потому что... Какая помеха? Подожди. 30? Какая помеха? Ты о чем? Так, остаемся на месте. 24. Блин, мне бы его чем-нибудь... Ну давай, Игнисом. В смысле промах-то, блин? Перестань его убивать, пожалуйста. Так, 65 на мечах, да? А давай. Неплохо, кстати, получилось. Остановляем. 65.
Давай тогда продолжай хилить. Раз это единственное, что из тебя сейчас получится. А, на троечку, нормально, тоже хорошо. Это даже по детенышу промахнется. У него 7 хп, мне надо его убить. 1 хп! Игра! Какой 1 хп, ты о чем? Есть! Завалили. A single strike will end his. А, пощадить. It hurts. You watch speechless as the cub begins to eat his mother. Чего, блин? The cub has a fighting chance now. Так, о, наконечник сломанного копья. Так, а тебя похилить можно будет... Ну ладно, давайте поговорим с этими. We survived! I can't believe we survived! Sir, what now? Что теперь? Иди в ближайший лагерь и доложите об успехе. Чем вы занимались, когда напал на виды сыч? We were sent to look for fugitives. Some survivors from a crashed ship a ways west along the Keon Thar. Mm-hmm. The Absolute wants them found. One way or another. Предположим, одного беглеца нашел. Меня. What? You? But that means... I have to stop you. For the Absolute. Мы реально с ними будем... Да, драться. Девчонка, по-моему, более опасная, мне кажется. Так, а где у нас этот? Вот он. Still on my feet. 50%, 75%. Промазал. А вот я не промажу. Так, 55%. Погоди, а... Eat this. Почему три? Почему ты никогда не добиваешь никого? Но ее надо мочить. Это про что вообще? Ну понятно, теперь мы огребем из-за этого. 8! И упрыгал. Ну, упрыгал тут, конечно, упрыгал. Я тебя застрелю потом. На, сдохни. А, так, я не могу. Могу? Не могу? Промазал, понятно. А ему на самом деле стрелять же нечем, да? Надеюсь. На четверочку тоже хорошо. Так, ты у нас будешь лечить. И лечить ты будешь... Давай мага пока что. Потом попробуем отличить еще второго, чтобы у нас типа на мань не хватило. Ну, мало ли, может попало бы. Отвали ты нафиг! Дружище, ты заколупал, честно. Я могу своего бить? Нормально. А, нет, своего я бить не хочу. Огненный снаряд. Ладно, давай стрелять. 50%. Все, мы их ушатали. Печально. У меня двое людей раненых, я собирался... Ладно, давайте их лутать.
зачем, блин? Вам же сказали слушаться... А, тебе уже это... Сказали же слушаться меня, сказали же... Ладно, забейте. Булава 0.5. Там... Что-то бред какой-то. Надо посмотреть, что тут есть. Это я заберу. Яйцо ведьми... Я не знаю, насколько ценны хилки, кстати, зелье скорости. Знаете что? Давайте я поделюсь немножечко зельями хилки. Выпить. Стой. Ты. Нет, вот так. Почему ты не туда выпил? Окей. Я просто, видимо, одну зельку случайно потратил. Это очень жаль. Так, и тебе. Ну-ка. Тебе одной хватило. Тогда... Зельками, кстати, надо будет запастись, если что. Разделить. Подтвердить. Одну зельку дадим тебе на всякий случай, потому что... Блин, было бы по-нормальному, если бы я обе тебе отдал бы, ту, которую я зря использовал. Я не знаю, почему она зря использовалась. Хорошо, класс брони 13. Так, так, так. Нежить, ударившая обладателя, получает 1.6. 11. Ну, это, во-первых, лучше. Нет умений. Ношение этих доспехов увеличивает ваш класс брони, но отсутствие практически приведет... Но отсутствие практики приведет к помехе при некоторых бросках и помешает читать... Да... Я даже не знаю... Ладно, потом почитаем, может быть, как-то что-то поменяем где-то. Длинный меч. Да, длинный меч, кстати, 0.9 тоже такой себе. Не, ну, типа, у меня короткий меч. Что у нас с этим... О, погоди, так тут лутаться можно, иди сюда. Яйцо я, кстати, еще забрал. Так, погодите. Золочёный. Печать Сенуна. Так, я, видимо, не могу это взять. Свиток. Зелье лечения, да, спасибо. Война между Селуне и Шарта. Древний фолиант, в котором рассказывается происхождение Селуне и ее сестры Шар. Серебряный нун, чистый Селун. Так, хорошо. Понял вас. Зелье общения с животными. Ой, это прикольно, кстати. Стеклянный кубок не знаю. Это мы только что читали. Я думал, я заберу с собой, но хорошо. А туда никак не... Туда не попасть. Но там же... Там же книга. Подождите, так не может быть. Может быть, есть какой-то навык прыжка или что-то такое. Ладно, посмотрим. По скалистой круче можно забраться. Кстати, как в Desperado с первым, кто смотрел, не смотрел. Игрушка офигенная. И тут эта же механика используется. А это, кстати, что за... А, это просто... В общем, сундучок какой-то, который я не могу открыть. Блин, я не знаю, ребят, если что, можете в комментах черкнуть, что вообще да как. Так, ладно. Я бы не сказал, что этих придурков мне как-то жалко было. Жалко зельку, которую пришлось потратить. Ну ладно. Хорошо. Этот квест был достаточно
интересным, я бы сказал. Так, хорошо, подождите. Давайте мы по карте решим, куда нам вообще-то надо-то. Нам вообще так-то по-хорошему наверх. Мы можем пройти под мостом. А тут у нас есть выход просто наверх, не в пещеру. А, есть вот это. Все, да, пойдем сюда. Мне бы тут лучше забраться, потому что обходить далековато будет. Скалистая круча. О, это ты кто? Шкряб, иди сюда. Давайте мы... Тайник охотника, спасибо. Грибы заберем. Давайте шкряба со шкрябом поговорим. Это, возможно, друид, кстати. Или... Нет, это реально может быть пес. Я уже сейчас ничего не знаю. Дрессировка. Надо коня покачать. Да-да-да-да, внимание. Давай-ка взглянем на ошейник. Добавить. Мои бонусы лишними не бывают. 2! Критический, просто критическая неудача. Ладно. Не получается. Давайте... А уже нельзя. Ну, ладно, прекрати. Ну, хоть так. Жаль, конечно, не хотел запугивать. Вообще, это не мое, но, блин. Игра меня вынуждает. Присмотреться. Давайте погладим сначала. Может, все-таки мы сможем прочитать, что у него на ошейнике? He whines, but remains rooted by the corpse's side. Хорошо, а труп мы можем? О. Так, во-первых, да, золото, во-вторых, кожаные сапоги годится. Грубое письмо, личная записка, нежное письмо, 2 яблока. Звучит интересно. Так, ну сапоги у всех же одинаковые, да, я понимаю. Ладно, потом, если что, выкину. Грубое письмо. Девятипалая, я не вернусь в город, пока меня ищут твои громилы. Если хочешь получить долг, тебе придется довериться мне и явиться за ним лично. Иди на кладбище найди могилу с надписью М. Карвин. Раскопай ее и найдешь достаточно ценностей, чтобы уладить наше дело. Искать меня не надо. Я без тебя узнаю, когда мне ничего ничего не будет угрожать. Хорошо. Значит, личная записка. На обратном пути во врата Балдура будь бдителен вдвойне. В здешних местах все чаще случаются нападения на путешественников. Я не могу допустить, чтобы мой лучший гонец безвременно сгнил где-нибудь в придорожной канаве. Будь предельно осторожен. Тише едешь, дальше будешь. Главный почтмейстер Дансо. Хорошо. У нас родился мальчик, красивый и здоровый. Я назвала его в честь отца. Ждем твоего возвращения как можно скорее. С любовью, Флора. И Давин младший. Значит, его зовут Давин. Выбросить. О, спасибо. Мне сразу полегчало. Давин младший. О, кстати, ягодный куст, который я пропустил. Ходить же по воде я, наверное, не могу, да? Я же не какой-нибудь там святой. Взять все. Взять все. А мы можем
туда не попасть. А куда попасть и как попасть? Тут можно ходить вокруг да около. Так, что у нас по карте? Я с этой площадки, в принципе, наверное, никуда больше не попадаю. А как туда тогда попасть? Неужели только как-то... Но это задача клинка Фронтир. Погодите, это моего спутника. А мне... Мне туда дальше. Ладно, а кто тут? А, тут... люди, кстати. Ну, друиды, наверное. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. Тоже мне лидер, во-во. Not no more. Contract didn't mention no goblins. I would have prepped the lads, bought better weapons. Что за заказ такой? The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay goblins for a relic, supposedly buried round these parts. Reliquia. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Песня ночи. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. Значит, карта где-то там. All I've got's the contract. Can show you where we turn back if you feel like dying. Мне все равно туда за друидом надо будет идти. Я решил, что предводитель друидов пошел с вами. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. Mm-hmm. That's the old woman, right? Yeah, and I'd do the same again. He weren't my responsibility. If you want to play the hero, go ask the goblins nicely. And maybe they'll give you whatever's left. Ну, я все равно туда иду, я возьму за это. Come on. We're wasting time. Так, они свалили. О, о, хилочка. Так, кинжал 4-7. Еду возьму. Кинжал, наверное, не буду. Я, блин, не знаю, конечно, продавать все можно, все дела, но... Погоди, а ты тут, типа, просто... Саперный набор, фига себе. Что ты, просто мародерил? Какого фига, прихожу, тут труп... Чем заклинаний. Глубоким познанием в искусстве магии волшебники могут не только использовать свитки для совершения заклинаний, но и изучать новые заклинания. 11 класс брони, кстати, как мой, только рукавчики другие. 0,7 боевой посох. Это не то. Так, это чувак с мечом. Это вот это мне нужно. Это грит, что ли? Так, гоблинский скимитар. Рисунок гоблина. Подожди. Череп. 2-7 лук, золото. Две бочки морковок. Шмотки какие-то валяются. Я вон там вот внизу пробегал, получается, да? Да. Так, давайте на таб обратно переключимся. А, погодите, нам сюда. Тут у нас проход. Goblins ahead. Looks like they're laying an ambush.
Скрытность. Если атаковать врагов, когда... Блин, я не успел дочитать. Ладно. F5-очку. Вот что я знаю про скрытность. Это то, что нужно F5-очку. Так, я знаю, что вы здесь выходите. Шашлыки не мечтать, теперь прочь с дороги. Погоди, мне нужны неприятности, давайте попробуем договориться. But you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Ага, то есть мне нужно поспать. Запугивай, убежи, пропусти меня, и мы сделаем вид, что этого никогда не было. 15 это много. Преимущество от ситуации. 15 срабатывает, хорошо. It's best to save our strength for a real threat. Go on then. Just keep your nose clean. Так. Так получает вдохновение. I've got a long road ahead. At least things have stayed. Так, подождите, где у нас вдохновение? Это... Вооружение мыслей. Так, осмотреть. Имеет бонус один день проверка. А, прикольно. Это вот какие бонусы. Так, водяной насос. Гоблин ищейка. Ветхая дверь. Хорошим хумсундук. Рунный круг это что? Тут куча просто. А, вот. Это портал, типа? Точно. Портал в вымершую деревню. Я забыл, на самом деле, за все эти серии забыл, что это такое. Смех смехом, но, блин, я бы поспал. Раз они не собираются меня трогать. Полынь, записи аптекаря. Весь журнал заполнен рекомендациями по выращиванию различных лекарственных растений. Одна запись подчеркнута. Отнести растения по особому указанию в подвал. Беречь от любопытных глаз. Подвал. Да-да-да-да. Вот он. Давайте спустимся, посмотрим, раз это интересно. Так. Деревянный письменный стол. Перо, чернильница. Ничего такого. Открытый ящик. Одежда. Ну-ка, тростник. Зелье. Это все для разных зелий. Это прикольно. Может, я когда-то научусь их делать. Алхимия. Общее обучение. С помощью алхимии можете готовить собственные зелья, яды, эликсиры, собирать ингредиенты. Офигеть. Чуб трава. Чупакабра. Так, ну на самом деле выглядит интересно. Постельное белье, большая бутылка, бутылка. Нет, тут конечно да интересно. Вот, а зачем мне? Возможно, мне она потом понадобится, ладно.
чтобы я потом об этом не пожалел. Так, служанка с... That's curious. Мы подобрали картину. Ладно, зачем? Ничего нету. Хилки, кстати, прикольно. Большая бутылка. Эликсир устойчивости. Дневник лекаря. Пациент Сэмсон кузнец. Подагра. С появлением новой ученицы Сэмсон совсем вленился. Прописал ему настойку осеннего шафрана и рекомендовал воздержаться от красного мяса и эля. Брэнли Бондар. Бондарь. Длинная деревянная заноза в ладони. Примечание. Заноза удалена. Рана промыта. Обработана бальзамом. Перевязана. Тимик ребенок. Проглотил пробку от бутылки. Я желудки. Закупорка отсутствует. Видимо, пробка выйдет сама, не причиняя вреда. Отроку сделано строгое замечание. А, внушение. Ладно. Дида, подмастерье кузнеца. Небольшие ожоги на лице и руках. Примечание. Юная ученица кузнеца. Снова в ожогах. Ожоги обработаны, как обычно. Рекомендовано умерить пыл, пока не покалечилось. Ну, понятно. Подмастерье кузнеца. Так. Ну, я на самом деле не знаю, если... Куча книг. Куча книг не оказалось. Деревянный ларь. Хилочки. Блин, тут лутаться, не перелутаться. Офигеть, вон еще одна картина, кстати. Факел, спасибо. Зачем я эти картины собираю? Ну ладно, это уже другое дело. Пока что валим отсюда, наверное, наверх. Раз уж мне предлагают... пойти поспать? Я бы, наверное, сходил бы, если у меня где-то получится. Но я не уверен, где тут можно поспать, раз они тут планируют пройти засаду, ходят. По карте. Погоди, обыскать подвал. Найти подвал. Вы как бы издеваетесь? Я в подвале что-то... Я там что-то не нашел? Факел зажгли. Что я тут? Ряд книг. Стопка книг. Хо. Я даже не знаю. Мне кажется, я тут практически все уже облапал. Хотя, ну-ка, деревянный письменный стол, перо. Я буду зажигать свечи, по возможности, тогда, чтобы тут хоть немножко посветлее стало. Рычаг! Ах ты ж, зараза! Все оказалось не так просто. Так. Новый рецепт. Так, та-та-та-та-та. Нажмите H. Ясно. Это гробы. Охренеть.
Там, кстати, огонь горит. Он пытается пробудить остальных, но это, в принципе, и понятно. 60%. Можно я тебя сожгу просто? Критический промах? Спасибо, убил его. Это сейчас побежит следующий гроб разлом. Нет, он будет стрелять. И следующий гроб разлом будет. Два гроба. Офигенно просто. А, так, хорошо. Нормально разнесли. Ну, в принципе, меня такой устраивает. Какой промах? О чем вообще? Так, а вы, один лучник. Один лучник, это плохо. Это пошел будить остальных? А это будет стрелять. Что, блин? Как у вас хватает сил и стрелять? И это... Вы что, вы нормальные вообще? Промах, ну, офигенно. Так, чека заклинания. Стоп. А я не могу сейчас. Пятьдесят. По всем 50, кстати. А, у него еще и рывок есть, офигенно. Промазал, молодец. А вы нормальные вообще по дэмэджу? Какой рывок? Ты... Почему вы ходите по 25 раз, блин, все? Так, 36. Помеха, 36. У тебя везде помеха, да? Почему это считается как помеха? Ну, допустим, 60. Мочи его. Какой промах на 60% впритык? Дядя, алло. Я не тебе хилку выпил. Ты красавчик вообще. И промахнулся. Ну, просто же идеально. 25. 20, 45. И гнись! Да и гнись уже отсюда. Так, все. Ты. Хилочку. И... 60% по всем, да? Восьмерка, отлично. Мы можем это пережить, наверное. Мага просто уничтожают. Куда ты побежал? Хорошо, красиво. Так, может быть... Тридцать шесть.
Ситуационное действие. В результате некоторых условий, характеристики, особенности или вам стало доступно действие, оно станет... Хорошо, спасибо. What should I do? 25 с помехой. Так. Я не пойму вот эту фишку, почему я не могу сейчас использовать. У меня маны не хватает. У меня что? Священные планы. На два. Печаль. Так. Хилочку. И... убиваем вот эту гадость. Какой промах? Как вы промахиваетесь? Что с вами не так? На 60% вы слишком что-то много промахиваетесь. Блин, вы понимаете, как дорого мне все это стоит? Какие промахи на 60% в таком количестве, игра? Так. Промах. Так, еще одну хилочку и попробуем добить. Есть, наконец-то. Неужели это случилось просто? Охренеть. На 5, отлично. Блин, это очень фигово. 40%, 40%. И отходи сюда. Так, у нас последний скелет. Мы его очень долго еще колупать будем. Критически, офигенно, и побежал. Промахнулся, конечно же, промахнулся. Тоже промахнулся, красавчик. Так, давай, убиваем. Неужели? Так. А можно не на того же персонажа, а можно, чтобы тот персонаж, у которого хилка, чтобы он типа хилился? Это вариант? Сколько у них вообще осталось? Это при том, что я их стырил просто кучу. Ладно, пока пусть так будет. На самом деле отвратительно бой прошел. Я сейчас всех облутаю, конечно же. Так. А значит, так, хорошо. Колдовство покровитель Азут награждает учение и труд. Вашу тягу к познаниям превратит в заклинание, пока мистру сомнения грызут. Бэйн, владыка раздоров и страха, правит плетью и дыбой и плахой. Возвышает тиранов и огромные страны, превращает в пустыни из праздника. Пустыни из праха, да. Злая ведьма по кличке Бишаба, отвратительная мерзкая баба. Не подмажешь молитвой, выйдешь голый на битву и мерзнешь, и замерзнешь врагам на забаву. Интересное у вас тут стихоплетство. Кирка. Ладно, пойдемте скелетиков-то лутать. У них должно быть что-то интересное. Не-не-не-не-не. Хотя, да, ты. Топор. Такое себе... Меч 4.9. Давай заберем, в крайнем случае продадим.
Something over there. О, давай, копаем. Сундучок. Вот, свиточки. Здрасте. Кстати, свиточками, наверное, тоже надо было бы пользоваться. 4.11. Здрасте, забираем. Лук, кстати, хорош. Тоже нормально. 4.9 забираем. Потом все распределим. Пока что просто полутаем. Потому что... Так, подожди. Что не так? Так, не, подожди. Это мы с ним просто нажали разговаривать. Я хочу на дневник. Вот, шестой день Найтала, 1371 год. Я не молюсь богам, но по счастливому стечению обстоятельств в этой деревне нас учениками считают простыми целителями. Мои татуировки не видны, красное одеяние спрятано, лаборатория надежно защищена. С момента прибытия я не слышал слова «тхай», и лишь мои ученики знают, что я Илин Тот. Здесь неподходящие условия для моих исследований, но после того, такого бегства я больше не вернусь домой. Меня бы там как минимум убили. Как минимум. Работа здесь несложная. Она позволяет мне продолжать исследования по ночам, но дело движется медленно. Реанимировать легко, но как вернуть жизнь? Этот результат от меня все время ускользает. В фолианте содержится все необходимая магия, но она сопротивляется мне на... каждом шагу, и ученик тоже. По крайней мере, фамильяр позволяет мне легко избавляться от трупов, не вызывая подозрений. Но это, на это потребуется время. Найдут ли меня зулкеры до того, как я ее верну? Не знаю. Но если они придут за мной, то им придется сразиться с моими оживленными стражами. Так. Найти песню. Выскать подвал. Хозяин погреба, похоже, был не просто лекарем, а еще некромантом. Все его помыслы занимала некая книга. В одном из искателей приключений. Так, хорошо. То есть, получается, подвал мы обыскали. Этот квест у нас сделан. Чуть его не провтыкал. Ну ладно, конечно, нас тут чуть-чуть не прибили. Свиток призыва. Стойте. Это можно будет потом протестить. Некромантия, все дела. Это же прикольно. Ну, по крайней мере, мне это в играх всегда нравилось. О, вода. Мне бы еще хилок. А то я всех всадил здесь. Факел. Не. Кстати, скажи свое имя. Повторите имя из прочитанной книги. Илин Тот. Мой хозяин был человек без чужой крови. Ты не Илин Тот. Если ты его союзник, выйди и объяви о том. Открывай ли тебя, в дребезги разобью, невзирая на несчастье. 15, это очень много. Это очень, Карл, много. 3! Конечно, что мне еще ожидать было? Ну, да. Погоди, повторный бросок. Стеклянные глаза смотрят тебя, затем... Хорошо, хорошо. Получено вдохновение. Офигеть. Просто офигеть, других слов нету. Так, давайте сюда. Давайте F5.
И на этом будем заканчивать. Потому что здесь еще очень много чем можно заняться, а серия и так уже затягивается. Но, блин, мне это понравилось, это интересно. Ладно, ребятушки, пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда.